Здравствуйте! Сегодня я вам покажу рецепт быстрого и сытного завтрака, который готовится буквально за считанные минуты. Итак, для начала берем 2 сырые куриные яйца, солим по вкусу. Также черный молотый перец по вкусу. И немного взбиваем вилочкой. Яйца взбила, также разогрела сковородку вместе со сливочным маслом. Можно также растительное, у кого нет сливочное. Теперь выливаем яйца. На яйца выкладываем лаваш. Лаваш я вырезала такого размера, какого размера у меня сковородка. И на небольшом огне обжариваем яйца, ну, где-то 3-4 минутки, пока яйца немножечко не подрумянятся. Яйца немножечко зажарились. Теперь нужно это все аккуратненько перевернуть. Все. Теперь выкладываем начинку. Я натерла сыр. Можете любой сыр, который вам нравится. Я натерла моцареллу. Достаточно. Люблю много сыра. Также выкладываем тоненько порезанный помидор. Начинка может быть и другая, какая вам нравится. Мне нравится больше так. Так, чтобы была сочная. И также я добавлю зелень. Я добавляю укроп, вы можете любую зелень, которая вам нравится. Вот и все. Теперь нужно вот так сделать. И на маленьком огне с каждой стороны, чтобы лавашик подрумянился буквально 2-3 минуты под закрытой крышкой с каждой стороны. Вот такой вот чудесный, классный получился завтрак, а главное, очень сытный. Вау, это очень вкусно. Давайте я аккуратно разорву и покажу, какой он классный внутри. Вау, смотрите, как тянется сыр, настолько сочный, настолько вкусный. Это очень вкусно. Приятного всем аппетита!